Для того, чтобы определить крутящий момент на рабочем колесе, надо знать крутящий момент на одной лопатке и потом умножить на число лопаток. Как измерить крутящий момент? Очень просто. Опять же, во вкладке Calculations выбираем торг. Выбираем поверхность рабочей лопатки, поскольку именно она нас интересует. R1 Blade. И обязательно надо указать ось, относительно которой мы смотрим крутящий момент. Это ось вращения, ось Z. Вот это вот типовая ошибка, то, что люди забывают сделать эту настройку и сказать calculate. То есть получается величина крутящего момента, который в дальнейшем подставляется вот в эту формулу, определяет суммарный крутящий момент. И зная частоту вращения и все крутящий момент, ну, пи и так далее, определяется мощность, которая подведена к компрессору, определяется полезная работа из расхода, определенного непосредственно в CFX, как я вам рассказал чуть раньше. И после этого по этой формуле вы определяете КПМ. Ну, собственно говоря, вот это вот и все, что вам в первую очередь надо знать про процесс постобработки. Что я хочу видеть в финальном отчете? Я хочу видеть несколько вещей. Первое. Это поля параметров, ну как минимум в среднем сечении, поля основных параметров. Это число маха, статическое полное давление, статическая полная температура и линии тока. Можно привести вектора, но, скорее всего, их на презентациях видно не будет. То есть это первый момент, что я хочу знать про вашу ступень. Второй момент, что вы должны сделать. Вы должны посмотреть на эти поля. И, опираясь на принцип действия вашей турбомашины, доказать, что полученная модель является актуальной. То есть как это сделать? Вы смотрите на поля. И видите, что, например, статическое давление у вас монотонно растет. Оно в компрессоре должно расти. То есть, в принципе, все пятна, которые вы встречаете, вы должны объяснять, почему у вас. То есть, почему здесь растет давление. Потому что поток набегает на входную кромку, на ней тормозится. И так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, вы должны проанализировать, как меняются все параметры, которые перечислил. Сравнить их с теоретическими и сказать, моя модель адекватна, моя модель неадекватна. Если у вас встречаются некие проблемы, типа больших скачков уплотнения, отрывов потока, пожалуйста, объясните, откуда это возникает, почему это возникает, по крайней мере, приведите версию. Следующее, что я хочу видеть в результатах, это значение пика, КПД, массового расхода, который получен в результате CFD расчета в сравнении с тем, что вы получали в практической работе номер 2 в одномерном проектировочном расчете. Ну и не забывайте о том, что необходимо описать расчетную модель. Как это сделать? Неплохо бы показать пример, но я бы это сделал следующим образом. Я бы взял картинку из CFX Pre и, опираясь вот на ту картинку, которая сейчас покажется, просто описал бы используемые граничные условия. Так, у нас возникла проблема с лицензией, поэтому надо постпроцессор закрыть. Я бы просто привел вот эту вот картинку, но, наверное, погасил бы вектора, чтобы они мне не помешали. И просто в текстовом редакторе бы написал, вот эта входная граница, я здесь задал то-то, 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 это выходная граница, я здесь задал то-то, то-то, это рабочее колесо, это неправляющий аппарат, это крутится, это не крутится, здесь периодически граничные условия, число конечных элементов такое. И вот это бы привел на слайдах в качестве описания модели. Ну, собственно говоря, наверное, это все, что можно вкратце сказать про содержание практической работы номер 2.